По традиции ярко и зажигательно встретили студентов-первокурсников в Елабужском институте КФУ. Ребята-активисты дали старт мероприятию шуточным интерактивом, а также провели перекличку факультетов. Поприветствовала первокурсников директор Елабужского института КФУ Елена Мирзон. Мы очень надеемся, что многие из вас, большинство из вас, не изменили своей мечте и поступили в тот самый университет, о котором мечтали, и будете учиться для того, чтобы стать профессионалом именно в том деле, о котором думаете, с которым связываете свою жизнь, свою карьеру, свою судьбу. Из рук Елены Мирзон студенческие билеты получили первокурсники, показавшие наилучшие результаты при сдаче выпускных и вступительных экзаменов. Я поступила на факультет математики и естественных наук, и первый день, много народу, удивительное здание, и очень хочется уже начать учиться. Я хочу хорошо учиться, добросовестно, чтобы стать хорошим педагогом в будущем. Впечатление сегодняшнего дня, не знаю, это все так волнительно, но мне очень понравилось то, что старшекурсники, подготовили для нас такое мероприятие, и мы с моим факультетом все уже почти познакомились, и мне все безумно нравится. Я очень хотела почувствовать всю эту студенческую жизнь, поэтому я приехала сюда, чтобы учиться на очном факультете именно русской литературы, то направление, которому я всегда хотела. Адель Шамилова, Сирена Иванова, Денис Ипайлов, Универньюз.